После дня в горах я, конечно, выгляжу как турист. С дурей на голове. Сейчас найду салон красоты и приведу себя в порядок. Горы – это круто! Сашка, завтра еду снова! А вот вечером какой у нас вид. Мам, а мы что, будем купаться в бассейне? Конечно, завтра. Сегодня. А я хотела еще ночью купаться. Ночью? Я ночью еще хотела покупать и попробовать. Мы поехали кататься в горы. Не кататься, а гулять. Завтра поедем кататься. Спустились мы вниз прогуляться. Вот. Не знаю. Сашка вон на тренировке. Погода вот классная, ветра нет, такой морозец. Стягиваемся, мы разминку прям лужи будем с вами делать. Я вам помогу. Начинаем с носочек. Сначала носок. Не, я смотрю, ты закрепил. Правильно. Я купаюсь. Девочки уехали на снегоходах кататься, а я в бассейн. А вот подруня приехала, смотрите, говорит, у мамы же день рождения, говорит, смотрите, что вообще крутяк. Мы поднялись в горы, а видимость, ну, метров 15 максимум. Вот просто, чтобы вы понимали, а тут как бы отели. Тут как бы, не знаю, видите вы хоть что-то или нет. Ну, вообще круто, наши дети играют, прыгают. Горы не отпускают. Не смотрите, что я мокрая, как кошка, снег идет целый день. Но пусть так, это круто. Это вам. Спасибо, вы дойдете. Как идут конопушки?
Знаете, в чем прикол? Что когда я своей подруге говорила, что у меня мама любит советское шампанское, я не знала, что она реально найдет советское шампанское, которое, вот, понимаете, сделано по вот рецепту 1937 года. Вообще круто. Вот это круто. Я... Это вообще... Мама в восторге, да? Там еще картина с едой, с едой. Не пропадем тут. На карантине. Будет. На карантине не пропадем. Имитация огня, видите? Тебе не говори. Мама, это как кошка.